Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну, естественно, забираем ежедневные наши награды. Так, забегаем быстренько в магазин, смотрим колоду, что нам тут выпадет. Ага, кто-то есть, кто-то там... Ага, понял. Саблезубчик, значит, да? В задании забираем свой ревард. Так, поднять уровень персонажа. Быстренько пробежимся сейчас. Так, у нас сколько, кстати? 29 тысяч мутагена. Это, кстати, очень хорошо. Может быть, нам... А давай... Подожди-ка. Нет, давай-ка лучше паукуса, наверное, мы с вами, да? Повысим. Хотя нет, нет, ребята, подождите секунду. Кто-то из подписчиков попросил мне пропать... Давай Рафаэля. Рафаэля. Хватит нам? Ай, чуть-чуть не хватает. Ну ладно, 75 уровень, это уже хорошо, это уже плюсик нам. Давайте мы заберем ревард за задание. Так, пройдите серию испытаний. Кстати, кто-то из подписчиков тоже просил, чтобы я действительно взялся за эту серию испытаний, как говорится, да, смятение из другого измерения. И действительно прошел по максималочке. Но я хочу сказать одно, ребята. Прежде чем ее проходить, нам нужно накопить доллары. А у меня с этим проблема большая, потому что вы прекрасно знаете, что я... Как говорится, игрок лиги. Мне нужна лига, а для того, чтобы там чувствовать себя комфортно, я должен покупать откатики. Они стоят 10 штучек. 10 штучек, по-моему, 500 долларов, вроде бы так, да? Если я не путаю чего-то. Да, ребята, короче... А, нет, 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 вру. Это у меня порталы. Порталы стоят 100 порталов, 500 бакинских, да. А откаты, в принципе, тоже мне нужны. Тут, короче, ребята, хоть разорвись. Либо то нужно приобретать. Вот, и как бы у меня не остаются деньги. Потому что здесь, чтобы играть, да, в смятение, там нужно постоянно откатывать своих персонажей. Потому что рано или поздно их все равно накумаривают. У них становится мало жизни, у них нету способности. Вот, например, сейчас может в любую секунду погибнуть у меня Крис. И я этому не удивлюсь, если честно. Конечно, я попробую сейчас этого не допустить. Например, вот таким вот способом. Но не забывайте, вот я сейчас использовал, да, провокацию на Рафаэля. То есть в следующую компашку, когда я пойду, у меня уже не будет. Так же, как и хила для Лео. Вот такие вот дела. То есть тут вот надо все это очень аккуратненько рассчитывать, прикидывать. И после этого идеально проходить. Как можно дальше. Конечно, я сам горю этим желанием, как можно дальше пройти, но... Опять же повторю, ребята, нужны доллары. Доллары, игровые, естественно, доллары, чтобы все здесь хорошо мутить. Ладно, забираем здесь с вами ревард. И пойдемте искать сразу же с вами ДНК. ДНК мы будем искать... Да вот, например, Ванюша наш родной. Не хочет искаться, а? Смотри, какой хитрый. Оу, Ваня, завязывай. Так, ладно, одно ДНК, это уже фейл. Это уже плохо, ребята. Так, здесь сразу нашли, да? Здесь минус. То есть, получается, из 6 попыток только 3 сработало. Это, ребята, ниже среднего уровня. Так, дальше мы с вами, наверное, начнем Кирби, да, искать? Давайте, быренько его. Ага, он тоже сопротивляется. Да ладно, вы что, сговорились, что ли? Вместе со стиранкой, а? Хорош, Кирби. Успокойся, пока в данный момент только одно ДНК. Эй! Ну это уже вообще, ребята, это хуже не придумаешь. За 6 попыток всего 2 ДНК мы нашли на Кирби. Идите вы лесом, елки-палки, а. Вы достали, серьезно. Это что за дела такие, я не могу понять. Что за заговор такой? Так, у нас еще 22 пиццы, ладно, пока мы тратить не будем. Ребят, давайте посмотрим, ага. Здесь у нас пицца. Ну, ребят, с вашего позволения, по-быренькому пробегу. По-быренькому, не буду там вырезать ничего. Вы уж потом сами бегуночек этот переведете. Просто сейчас. Буквально минутку. Минутку. Так, первая победа за нами. Пицца мне нужна для чего? Для того, чтобы искать, естественно, ребят, ДНК. Больше она ни для чего не нужна. Это энергия. Кстати, мы можем не только с вами ДНК искать. А знаете, что еще можем? Можем крутануть рулетку. Если у нас наберется, например, там, по-моему, один запуск рулетки у нас стоит 16 пиццы. То есть... Чтобы два раза крутить, нам нужно 32. Получается 48, да? Я ничего не путаю. Да, по-моему, 48 пиццы. Если мы с вами накапливаем, мы три раза крутим с вами рулетку. И я думаю, что
вам будет интересно, ну и мне тоже, потому что вы знаете, что многих персонажей нигде не достать, кроме как из рулетки. Так, у нас сейчас с вами здесь третий бой. Давайте-ка быренько мы его расколбасим. Все здесь легко и просто идет, так что не волнуемся. Сегодня, кстати, мы после лиги, а может быть до лиги, еще сделаем с вами последнее испытание, которое у нас там осталось. Подожди, какое последнее испытание? Мы с вами, по-моему, еще ни одного не проходили, так ведь? Да, последняя серия, которую я делал, у нас закончилась на лиге. Слушай, может быть, да, мы сегодня с вами... А может быть, даже два испытания пройдем. Но будет серия, конечно, очень длинная. А у меня еще, ребят, впереди Hustle Castle. Как говорится, спасибо вам большое, что вы мне напоминаете. Я очень вам за это признателен. Так что ждите в ближайшее время, ребят, видосики. Если там все действительно открылись, новые карты, новые приключения, естественно, я туда побегу, сломя голову, и будем с вами смотреть, обозревать, что же нас там новенького ждет. Так, давайте последнего пиццелицевого мы сейчас с вами заколбасим. Криворукий. Хе-хе-хе, сейчас ты получишь своих звездюлей сладких. Ну-ка, Рафик, давай ему. Опс, да ладно. Суперудар не сработал, понимаешь, на нем. Не сработал просто-напросто. Все, шикандосик, что я могу по этому поводу вам сказать. В общем, все, ребят, ну сколько? Ну минутки 2-3 у нас это отняло времени. Хе-хе. Пара пустячков. И как раз у нас хватит на рулетку. Давай посмотрим, что у нас тут творится на... лиги, как мы видим, самурай одна звезда. Хм, очень быстро нас кинули. Но я, в принципе, ребят, ничему не удивлен. Так и должно быть. Естественно, я беру Леонардо. И начинаем мы с вами вот с этих вот карапузов. Вот с этих. Поехали. Потому что как раз пока мы... Ох, нифига против нас кло. Биг босс мен, ё-моё. Так, ну ладно, шутки в сторону. Давайте дрючить их всех тут. Кия, тыч, твоя команда, парень, слаба против меня. Ладно, шуткуем, шуткуем, ребят, двигаемся дальше, все на изи. Естественно, с таким Леонардо еще бы не на изи, вот то, что 81-я позиция, это, конечно, плохо. Но мы сейчас буквально, ребята, влетим в Сёгун 2 звезды, просто влетим. И, так, возьмем вот этих вот архаровцев, откатываем. Ага, уже 41-й уровень, ага, вот так-то вот. Не все, ребятулечки, так просто, уже 41 уровень. То есть победу сейчас сделаем, будет, наверное, 45-й. Еще победочка 48-й, еще победочка 50-й. И малышей моих я не реализую, да, получится? Ну-ка проверим. Хопа, все пока шикандосом идет. Мы с вами здесь побеждаем. И это хорошо, ребят. Двигаемся далее. То есть, посмотрим, рванем мы с вами. Черт подери, я, честно говоря, рассчитывал, что... Погоди-ка, я не понял. Самурай 43-я позиция. Я что, не сдвинулся, что ли, с места? Вообще нисколечко. Это как так? Я не врубился. Рулетка крутанулась, и я не переместился вообще никуда. Что за дела-то? Эй, парнишка. И я попытку, ребята, просто так потратил, получается, ведь, да? Обалдеть, офигеть. Вот такие приколы меня в последнее время просто раздражают. Вот серьезно говорю, я не знаю, что творится с мобильными играми, ребят. Ну это жесть какая-то. У меня уже от многих просто голова трещит по швам. Особенно вот этот Дина Бэш, что там творится, это вообще ужас. Сейчас в черепашках какой-то косипор пошел. И во многих играх сейчас я смотрю, творится что-то эдакое. Ну... 43-я, вот, 20-я позиция. Вот теперь нормуль. Фух, 20-я, да, значит? Ладно, ребят, давайте-ка мы Серегу. Да, Серега, мы займемся тобой. Быстренько вот так вот сделаем, отожмем. Хотя, ну ладно, фиг с ним, давай. Мог бы, ребята, здесь, наверное, и сам справиться. Здесь 40-е уровни у нас, поэтому расплюнуть. Не надо было мне, наверное, Леонардо брать здесь. Ну, раз взял уж, что поделаешь. Давайте косипорчик сделаем небольшой. Упс. Упс, и они лежат. И они лежат кверху пузом. А мы с вами двигаемся дальше. Ну, давай, давай, не томи. Не томи, батьку Рея. Да, наконец-то мы с вами перешли в самурай 2 звезды, 97-я позиция. И давайте смотреть, какие здесь у нас уровни. Так, 40-й, 39-й. Я думаю, что вот этих красавцев я возьму в оборот, ребят. С удовольствием. И мы сделаем это, наверное, вот так вот.
Погоди-ка, тут какой-то, ребята, заговор. Погоди-ка. Я возьму вот так и, пожалуй-ка, вот так. Что-то мне не нравятся вот эти вот игрочишки. Мы с вами тогда тоже влипли. Я был уверен, что мы победим, а на самом деле нифига у нас не получилось. Так, что ж, давай вот так вот сделаем. Это у нас получается защита, если я не ошибаюсь, да? Дает защиту и контратаку. Не всем, но многим. Так, теперь суперудар. Главное, чтобы Эйприл тут не завыеживалась у нас. Не завыеживалась. Так, массовая атака кретинами. Так, и вот надо уничтожать теперь. Поехали. Давай, свертуха на ее. Опс, почикали. Так, слэш прыгает в кого? Ага, Леонардо выдерживает. Выдерживает, ребята, у нас защита, понимаешь, суперская от Усаги. Ой, парень, это ты подписался смертельный приговор. Сделав массовую-то атаку. Тихо, не надо. Подожгем малька всех. Ух, козырно, ребята, просто козырно. Тыч, прорубили, месть. Ну вот, вот это я понимаю. Вот это мы сыграли, как говорится, слаженно, дружненько, без компромиссов. Так, и передвигаемся с вами на какую? О, 77-я позиция, это хорошо. Давай-ка мы определимся. Я думаю, что вот эти вот будут оптимальные для нас, ребятулечки, да? 41-й тут уровень. Давай мы вот тогда сделаем так. И вот. И вот так, слушай, ну, Леонардо, конечно, здесь он опасен. И желательно бы нам, наверное, его в первую очередь ликвидировать. Постараемся? Так, подожди. Вот он. Ну что, для начала массовую атаку. Крепкий гаденыш. Блин, у него, ребята, у него защита, но я все равно буду бомбить его. Так, успеем? Успеем или нет? Как вы думаете? Ну-ка попробуем. По-моему... А, нет, все, хорошо, успеваем. Все. Ну, и теперь делаем вот так вот. Сплинтер нас обучает всяким тайным техникам. Крис делает контратаку только лишь на Донателло. Успокойтесь, я сказал. Блин, не хватало только мне, чтобы... Давай-ка вот так сделаем. Так, раз. Опачки. Давай вот это снимем с себя, да? Я думаю, это будет оптимально. Так, и нам нужно, наверное, все-таки Криса добить. Попробуем. Не вышло. А так... Добили, отлично. Так, теперь я думаю, что все-таки Хан. Хан здесь. Слушай, а что вот это делает у нас? Поднимает палец и быстро бьет. Угу, 45. Блокирует способность. Ну-ка, давай сделаем. Блин! Ёлки-палки, мы с вами, да, ребят, мы лишились с вами кабана. Все-таки он не устоял. Ладно, фиг с ним. Получим меньше бонусов, это понятное дело, ребят. Тут ничего же не поделаешь. Так, и остается у нас Донателло. Мы потеряли с вами короля крыс. Да. Какая-то командочка непутевых, если честно. Слава прокачанных персонажей. Несмотря на то, что у них офигенно много звезд, да, и офигенно. А вот сами скиллы не прокачаны, поэтому они и наносят ничтожный урон. Какая? 70-я позиция, да? 69-я, ага. Да, но попытку я сфейлил. Чистой воды, ребята, фейл был. Так, ну что же, давайте тогда не будем унывать. Будем с вами мстить в два раза круче, жестче, сильнее. Так, 39-й, 41-й уровни. Раз, два, три, четыре, пять. Как на подбор. Знаете, почему вот эта команда считается неубиваемой? Я думаю, что вы догадались. Потому что здесь Бакстер, Муха и Эйприл. Это два хила. Под прикрытием довольно мощных персонажей. Так что эта команда неубиваемая. Плюс Хан, который понижает защиту. Понимаешь, вот так вот. Некоторым даже понижает и атаку. Тыч! Ты видишь? Ты видишь, что происходит? Ну, это немножко, конечно, укрепит свою команду, усилит ее. Но, поверь мне, это ненадолго. Так, делаем плювок. Минус. Так, на тигра. Я смотрю, наезд был крутой, но нам нужно вон того парня убрать с поля боя. Вот и все. Так, Леонардо психует, нет? А, повышает атаку. Этот вешает иммунитет. Я понял. А ну-ка давай-ка вот так вот бомбанем.
Минус, так, ладно, хорошо. Еще минус. И добиваем. А, нет, не добьем, наверное, не получится. Но постепенный урон все-таки. Вот так вот, ребята, справляется эта команда. Даже, не считая, не воспользоваться способностью отхиливания. Так, 920 мутагена. Какая? 40-я позиция? Ну, 49-я. 49-я. Слабо мы идем с вами. Очень слабо. Ну, давай вот этих возьмем. И героев у меня тоже становится все меньше. Йод ПРСТ, а? Йок-макарек. Вот так вот я хотел сказать. Это последний мой герой, по-моему, да, получается? Так, ну что, давай кунайчики бросим. После этого мы бросим паутинку по уксам. Некоторые, как говорится, отсеялись. Слабые, самые слабенькие лежат уже там где-то, непонятно где. И массовая от Кирби. Ну давай, Змейковин, добивай. Позволю тебе это сделать. Отлично. Даже, как говорится, не успел у меня Ванька пострелять немножко из своего суперпулемета. Так, смотрим, какая, ребят, позиция. Наверное, где-то 35-я будет. Оу, 29-я. Слушай, есть шанс перейти в Лигу Самураев 3 звезды, но маленький очень. Так, мы можем с вами поднапречься. А нет смысла рвать одно место. Вот давай вот так вот сделаем. Вот так сделаем. Я, наверное, даже, ребята, откатики здесь не буду. Вот эти вот два отката, я не буду их трогать. Или буду. Или не буду. Слушай, может быть, нам вот так сыграть, а? Ну, тут их трое, ладно, придется один откатик взять. Один от... Ай, как... А, погоди-ка, погоди-ка. Ребятули, я кое-что придумал. Я кое-что... Раз, два, три, четыре, пять. Я кое-что придумал. Я надеюсь, это сработает. Не будут они атаковать меня быстрее, блин. А то мы вроде бы так с вами как-то... Один раз пошутили как-то неудачно. И ничего у нас не получилось хорошего. Ну-ка. Yes! Все, ребята, сработало как нужно. То есть у меня так должен быть один бой, да? А так у меня два боя полноценных. Ну, правда, пришлось один откатик потратить. Но, тем не менее, мы с вами попадем в самурайчики. Да-да-да, ну, я имею в виду трехзвездочные. Правда, позиция будет небольшая, но все-таки. Так, ну что же, давайте, наверное, выберем вот этих охламончиков. Я думаю, что мы их в легкую разорвем. Вот этой-то командой. Ну, это ж грех не выиграть здесь, да? Поэтому будем колбасить их. Против Оленьки, да, мы с вами деремся? По-моему, так ее звать. Поехали, бомбочка, потом кто у нас? Потом, нет, мы здесь встанем в провокацию на всякий случай. И будем уже тут бомбить. Я думаю, что начнем вот с Мондагека. Чтобы он не ускорял свою команду. Ну а теперь все, ребят, просто разнос. Последний выстрел от железной головы и... изикатка. Так, ну что, с лигой мы с вами сегодня закончили, да? Все нормуль, и можно смело отправляться... Так, какая позиция? Меня интересует, какое место? 90-е, в принципе, неплохое. Все, ребята, будем ждать с вами, наверное, следующего дня, когда у нас откатится все это дело, да? Ежедневная награда $70 и 15 PvP очков. Так, кстати, у нас 100, 111. Ну-ка, давай зайдем в магазин, по-моему, там мы можем с вами приобрести... Да, можем. Армагончик мой. Так, а здесь 555, этого мало. А что мы здесь собирались, кстати, с вами копить, собирать? Хм. Тут две ДНК не хватает, да? Тут пять. Кстати, это очень хорошо, между прочим. Это звездность, ребята. Это ранг повышается у этих ребятулек. Это меня уже радует, серьезно вам говорю. Кто-то говорил, чтобы я видение открывал персонажей, да? Из видения, вот они. Да, я бы с радостью, но слишком много... Нужно еще ДНК для них. А, вот, вот, ребят, мы с вами Слэша. Конечно же, Слэша, как я мог про него забыть, но пока не хватает. Так, что мы сделаем с вами? Давай-ка, у нас с вами 149 пиццы. Я хочу, знаете, что сделать? Крутануть рулетку, с вашего позволения. Три разика я хочу прокрутить. Ну! Так, хорошо, Кейси Джонс. Три. Три ДНК это... Подожди, нет, нет, не надо так, я хочу вот так, но ускорено. Мне один раз, ребята, всего лишь за всю игру выпал пак.
Вы, наверное, видели эту серию. Опять Кейси Джонс. Вы что, сговорились, что ли, сегодня? Да елки-палки, что их жмут-то не туда? Вот, сюда надо. Ну-ка. Давай, давай, давай. Чуть-чуть проехали. Так, и Леонардо. Одно ДНК. Я так понимаю, никого у нас... Есть! Ребятулечки. Давайте-ка поднимем по рангу нашего Кейси Джонса. У нас как раз всего хватает. Да, ребята, он получает третью серебряную звезду. И, кстати... Кстати, у него открывается новая способность, называется Мичиган. Кейси, удерживая шайбу на клюшке, подбрасывает ее в воздух и бьет ей прямо в лицо врагу. Вероятность 20% блокирует способность на один ход. Восстановление 4 хода. Улучшаем, конечно же, ребят. И вот эту способность тоже улучшим с вами. Толчок клюшкой. Ух ты, он на третью ступень идет. Точно, ребят, на третью ступень. Смотри-ка, Кейси Джонс у нас довольно неплохо прокачался. Ну-ка. Так, и все? Понятно. Так, ребят, ну что, нормуль? Так, здесь мы с вами обменяем. И больше пока вроде бы нет, да, ДНК? Фух. Ну что, поехали теперь в испытание. Так, городская война или сцены насилия? Я думаю, что начнем мы, пожалуй, с самой вот этой вот сцены насилия. Поехали! Кейси Джонс здесь дается. Как вы видите, у меня три топчика и два не очень хороших персонажа. В плане... персонажи-то хорошие, но по прокачке не очень хорошие. Вот я что имею в виду. Так, естественно, я, ребят, включаю здесь автобой. Многие спрашивают: Рэй, вот постоянно в комментариях одно и то же. Почему ты не играешь сам? Ребят, ну здесь, поймите, здесь 10 уровень. У меня 70-й. Ну зачем я здесь буду сам играть, когда здесь автобой просто... Я это, грубо говоря, делаю для ускорения, чтобы я не думал, не наводил, не нажимал, не кликал. Для вашего, как говорится, успокоения. Чтобы все быстренько у нас здесь пролетело. Понимаешь, мы с вами вступаем в игру. Лично я уже начинаю руководить где-то на 55-х, 60-х уровнях. Да, вот там уже подключаюсь я лично. Ну а тут, вы сами видите, все идет изейше просто-напросто. Он просто дует на врага, и враг погибает. Так что зачем мне здесь что-то... выдумывать, там, смотреть, искать. Так, ну что, Кейси Джонс у нас с вами появляется. Точнее, ДНК мы зарабатываем. И у нас Донателло, это следующий, да? Поехали. Естественно, опять же, автобой. И все будет хорошо. Тут у нас, как всегда, по-прежнему три волны. Все, быстренько мы с вами здесь закручиваем гаечки и двигаемся с вами дальше. Кейси Джонс. Кстати, вот этот вот, которого мы сейчас, ребята, с вами пропали, да? Это Кейси Джонс вроде бы из фильма. А который вот здесь вот нам дается, это вроде бы классический, да? Кейси Джонс. Не знаю, почему-то классический Кейси Джонс, он с электрошоком. Разве он был с электрошоком, ребята, а? Вообще, ну, по-моему, этот, да? Корреспондент, если не ошибаюсь, я... Просто любитель поиграть в хоккей был, да? И вот он сделал себе такой имидж хоккеиста-мстителя. Так, ладно, победочка у нас здесь. Что опять здесь за выкрутасы какие-то, ребята? Какие-то... Что-то опять, видимо, со связью у нас, поэтому прерывается. Так, ну вот это ДНК, честно говоря, не особо мне нужно. Если только его обменять на сюрикены, только лишь для этого. Ну, если только для этого, то давай. Опять же, ребята, автобой. 30 уровни здесь. Так, хорошо. Они вообще даже нам, ребята, не наносят повреждения. Понимаешь? Просто по нолям. Зато как мы их колбасим, это просто ужас. И, честно говоря, вот мне не нравится вот эта вот локация, когда мы в комиксах с вами. Потому что, ну, я не знаю, может быть, у меня расширение экрана или, я не знаю, ну... Нечетко все как-то вот мелькает, мельтешит. Причем на мобильнике играл то же самое. Но там, правда, у меня расширение 2К. Там, естественно, ребят, все совсем по-другому. Так, хоп, повалили. Так, замечательно, все. Изи катка, это были 30 уровни. Значит, мы сейчас с вами... Какой там уровень-то у нас будет? Наверное, 45-й, скорее всего, мне кажется. Сейчас проверим. Так. 6 сыра тратим. Да, ребят, смотрите, 45-й, 40-й уровни. Отлично. Опять же, мы с вами здесь включаем автобой. А вот уже начиная со следующего, наверное, уже придется, ребят, нам подключаться.
Там уже будет 50-55, да? Скорее всего, так. Сейчас посмотрим. Смотрите, у этого чувачка включена месть. Мне говорили, что месть — это когда я, например, бью персонажа, да, а рядом с местью он мстит за него, что я, типа, ударил. Как-то вот так вот должно быть, но почему-то он не ударял. Так, Леонардо нам дал воодушевление, да, типа, повышенную атаку. Ага, начинает их колбасить потихонечку. Естественно, ребята, они будут нападать на слабых. 40-е и 45-е уровни. Это мне вообще не удивительно. Так и должно быть. Это, ребята, знаете, как этот... Как программа записана, так оно и есть. Алгоритм, одним словом. Так, ну что, тут у нас третья волна из четырех. То есть это предпоследняя. И здесь у нас из комикса Донателло и Рафаэль. Ну и, естественно, клан футовцы и маузеры. Так, замечательно. А я помню, ребят, как вот в свое время, да, на Сеге. Первая моя... Подожди, а первая моя игра была все-таки на Денди, не из черепашки, да? Я вот до сих пор помню, ребят. Еще первая часть, когда он там по канализациям прыгал. Такая еще графика убогенькая. Но те... А, все, все, ребят, я вспомнил. Я вспомнил этот уровень. Это испытание, мы его с вами не пройдем. Потому что Маузер у нас, вот этот вот босс, где-то будет глючить. Точнее, меня будет выкидывать из игры. Только сейчас я это вспомнил. Да, вот это вот, я мог бы пройти дальше, но не смогу. Потому что вот баг, лаг, глюк будет меня здесь все время сопровождать. Это, по-моему, будет на эпизоде 6, если я не ошибаюсь. Ну, а пока, ребят, давайте пытаться. А кто-то говорил, кстати, что этот баг мог обойти. Я, правда, не понял, каким образом, как его можно обойти. То есть, офигенный дамаг нанести ему сразу или как? Каким образом, чтобы его убить? Не понял я, если честно. Но, говорят, есть какая-то возможность обойти. Причем этот баг не только у меня, а он у многих. И это действительно так. То есть это в самой игре, ребят, проблема. Не у кого там мобильник странный и слабый, или там эмулятор барахлит. Нет, это вот в самой, ребята, игре такой баг. Игровой баг чистой монеты. Так, что у нас тут? Я думаю, что здесь не будет у нас босса, а вот в следующей компашке, скорее всего, он появится. Не понял. Вот, положили. Так, третья волна. Здесь, в принципе, тоже без проблем все у нас должно быть. Ай-яй-яй. А почему Леонардо, интересно, не применяет здесь свою вертушку? Вот мне вот это вот интересно. Я вот сколько смотрю, ребят, да, вот эти вот автобой. Он никогда не применяет вертушку здесь. Так же, как и Рафаэль никогда не берет провокацию. Хотя надо бы, в принципе, брать. Так, подожди секунду, дай-ка я... Я не хочу, чтобы у меня... Блин, не получится, наверное, да, уже? Ать, не успел, ребята, спасти. Я хотел провокацию сделать Рафаэлем, но... Погоди-ка, босс? Нет. Так, давай посмотрим, как они здесь будут себя чувствовать. Так, понятно, у них отложенная смерть, да? Ну, сейчас Леонардо, естественно, ребята уничтожат. Вот, все, минус. Ну, а с этими ребятами, конечно, им не совладать. Мы их сейчас просто разорвем здесь. В пух и прах. Так. Ага. Сделал себе уворот, типа, да? Думает, такой крутой. Так, а этот сейчас будет массовую атаку делать. И нам на него атаку, честно говоря, по барабану. Вообще никакого урона не нанес. Хе, желудь мне нашелся. На, получи и выкуси. Давай этого... Раф, я думал, ты бомбанешь, но ты провокацию... Вот сейчас, вот в данный момент, она вообще не нужна. Вот серьезно вам говорю, это провокация. Ну что, мы, наверное, с вами перейдем в следующий этап. Но я боюсь, что там нас с вами... Не то, что даже расколбасят, а, скорее всего, из-за босса мы вылетим. Но я, чтобы лично в этом убедиться, хочу проверить, так оно будет или нет. А вдруг пройдет? Фиг его знает, ребят. Ну, хотя я очень сильно сомневаюсь. Так, 4 волны. Погнали. Пока автобой, ребят, пока автобой. 60 уровень здесь, уже довольно не кисло все. Вау, с удара снес сколько, посмотри, здоровье. Так, надо, наверное, тут самому, ребята, уже браться за дело, если честно. Так, давай-ка вот так вот, на дорожку, усиль мою команду. Упадет, да? Нет, не упал. А сейчас упадет, наверное.
Да, упал. Упал, блин, мой Леонардик, бедненький. Так, на вторую волну перебегаем. Ай, давай бомбанем, так уж и быть. Так, ой, хотел же массовый, ребят, ёлки-палки, хотел массовый выстрел сделать майком, но не получилось. Точнее, не то, что не получилось, я поспешил. Так, третья волна. Угу, здесь черепашонки у нас. Ну, давай попробуем вот так вот. Неплохо, да? Пол хп отнял. Так, теперь массовый. Ой-ой-ой-ой, массовый вообще ничего не отнял, а. Опс, минус. Минус Рафаэль, да, у нас тут. Так, теперь, наверное... Подожди, подожди, подожди. Блин, уничтожат они мне. Ребята, уничтожат Микеланджело. Жаль. Жаль, конечно, печаль, но ничего не поделаешь. Так, а я в инвиз ушел? Ух, с какого вдруг перепуга он ушел в инвиз? А разве такое должно быть? Это, по-моему, изведение у нас может... Черепашка, да? В инвиз уходить. А это-то... С какого вдруг перепуга-то? Так, ты достал меня уже там крякать, а? Получил свое? Так, давай вот эту добьем черепашку и... Да что ты будешь делать? Что он там... Что он тут делал? Ничего себе он бомбанул! Давай хиляться, конечно же. Давай хиляться. Ага. Дает ПРСТ. Будем... Вот. Все, ребят. Пробивающий. С удара снесли. Ну что, босс, нет? По-моему, босс должен быть. Да, ребята, и вот на этом боссе мы обычно с вами вылетаем. Проверим. Вот он орет. Пока хорошо, пока ничего не вылетело. Он, по-моему, на втором крике, да? На втором крике, по-моему, это, ребята, дело происходит. Сейчас проверим. Так, ну-ка, и вот так бомбанем. Да что ты, вообще урона не нанесли. Так, он кусает. Сейчас будет кричать, да? Да, друзья мои, это неизбежный баг. Вылетает и все, и ничего я не могу сделать. Ну что, у нас с вами 104 пиццы, еще 41 сыр, поэтому давайте мы с вами, наверное, немножечко поищем персонажей. Так, здесь, в принципе, неплохо, давай поищем. Карта Бибобима. Так, 30 жетонов. Во, Леонардо оригинальный, хорошо. Давай дальше. Так, золотой осколок. $2. А посерьезнее-то что-нибудь, ты дашь мне? Или нет? Нет, не хватает, ребят. Ладно, давай немножко вот сюда перейдем. Сколько? Вот, как раз. Нет, вот сюда можно. Попробуем. Да, самое нужное. Самое нужное выпадает, это два бакинских, которые они мне нафиг не нужны. Так, обмениваем. И что же, у нас еще пицца есть, поэтому, ребят, давайте-ка мы с вами кого-нибудь поищем. Так, Хана можно найти, давайте, наверное, его немножечко пошурудим. Так, 115 мутагена. Так, здесь ничего, ребята. Что-то как-то игра насчет карточек сегодня здесь у нас не заходит, вообще никак. Так, ладно, одно ДНК нашли, вот, два. Два ДНК уже есть на Хана. Три. Три ДНК. Это среднячок. Так, и осталось всего лишь 20 пиц у нас. Ну что мы за 20 пиц сделаем? Ничего, ну. Давай, подожди-ка. Я, по-моему, никого уже и поискать-то не смогу. Так ведь? Пиццелицей, точно. Так, 12, ну, буквально один разочек. И мы находим на него, ребята, ДНК. И у нас, кстати, всего лишь 100 порталов осталось. Этого мало. Угу. Так, давай зайдем в магазин, посмотрим. Я могу себе что-нибудь приобрести в плане... Так. Могу. Потратить 5000. Тратим. Тратим, ребята. Потому что накопить мы еще с вами успеем. А кабанчика мы не найдем. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте будем закругляться, да? Увидимся уже с вами в следующей серии. Будем прорваться, как всегда, в лигу. В самураи, ой, в сёгуны это минимум три звезды. Давненько мы уже не были там. Да тут еще работка, я не знаю, как мы будем там успевать. В общем, ребятулечки, увидимся. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.